Всем привет, гости и подписчики моего канала. Я рад приветствовать вас на своем канале. Вот, я сейчас последнюю кормежку дал индоуткам комбикорм с зерносмесью. Я даю примерно 70% зерносмеси и 40% комбикорма, чтобы они лучше росли. Вот такие они уже большие, им сейчас по полтора месяца. Когда им будет 2 месяца, мы будем их взвешивать на камеру. У меня 4 дня не было видео, потому что мы занимались сеном. Вон там стоит большой сток. Там более 700 штук. Мы там работали, не было времени. Также у меня есть небольшой ответ на небольшой вопрос. Когда же молодых уток переводить к взрослому селезню? У меня уже, помните, было 2 уточки молодые, им сейчас 4,5 месяца, почти 5. Вот я вчера и сегодня увидел, как селезень их уже топчет. Поэтому я их перевел в этот вольер. Я видел, как селезень топчет и белую молодую, и вот эту рябую молодую. Вот, селезень стоит. Сегодня он топтал эту, а вчера эту. Значит, надеюсь, скоро они занесутся. И они, хоть одна из них, сядет на яйца. Чтобы у них кальция во время созревания из кладки было много, я им в день даю по 4-5 яиц. Вот такие вот. Это из тех, которые были неоплод в инкубаторе. Вот я их этим кормлю. Уточки селезень не боится, это хороший признак. Значит, они уже к нему привыкли, потому что они на улице вместе жили. Надеюсь, скоро они занесутся. Вот у них тут вода стоит, зерно сейчас сюда принесу. И вот мешок у них такой в миске небольшой. А уточку, которая сидит здесь, я ее вот так вот отгородил. Сейчас я ее вам покажу. Вот, я ей поставил тут отдельно воду и зерносмесь с комбикормом. Вот, она сидит. Я к ней недавно приходил, смотрел, все ли яйца у нее теплые, поэтому она сейчас немного шипит на меня. Но она сейчас не такая злая, как в первый раз. Когда она сидела в первый раз, она вообще была мать-агрессор. Это было нечто ужасное. Сейчас она привыкла уже, поэтому к ней уже лезть более легче. К следующему году она станет, скорее всего, еще более ручная, будет меня подпускать. На этом у меня все. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. И скоро будет новое видео про гусят. У меня там есть небольшие плохие новости, как на канале «Он, она, сельская семья». У них тоже небольшая печальная новость, можно сказать, даже огромная. У них кто-то воровал утят и гусят. Мои соболезнования. Это, конечно, жалко. 9 гусят. У меня тоже у самого было 5 гусят. Один из них умер. Не знаю, что случилось. Про это сниму отдельное видео. Если вы смотрите, вам большой привет. Всем пока!